Конфликт с работодателем разрешить не так-то просто. К примеру, для того, чтобы объявить забастовку трудовому коллективу, требуется провести предварительную работу по ее согласованию. Занимает это нередко до 42 дней. А за это время сама причина забастовки нередко теряется. В итоге вместо решения проблем предприятие получает только нагнетание напряженности. Но забастовка – мера чрезвычайная, гораздо эффективнее. Трудовой коллектив может отстаивать свои права через профсоюзы. Однако в Ненецком округе с этим есть проблемы. Ну, я не знаю, может быть, со мной коллеги не согласятся, но мое мнение, основанное на опыте работы в этой сфере, позволяет мне говорить о том, что в условиях нашего округа, нашей территории, к сожалению, это право практически реализовано работниками быть не будет. Связано это, по мнению бизнес-омбудсмена, с тем, что профсоюзы в регионах не пережили переход к рыночной экономике. Удержались на плаву только те, кто в советское время смог обзавестись недвижимостью и сейчас получает финансовую подпитку от ее работы. Поэтому сейчас аппетиты работодателей сдерживает только государственное регулирование и судебная система.